Фотограф-путешественник из Якутии, документалист канала «Моя планета» Александр Химушин после 13 лет разлуки вернулся на родину, чтобы создать коллекцию удивительных портретов людей в разных уголках планеты «Мир в лицах». За спиной у Александра 85 стран, несколько горячих точек и множество друзей по всему свету. С путешественником побеседовала Елена Ефимова. Африка, Монголия, Афганистан, Бразилия, Япония, Китай. Всех стран, которые посетил Александр, сразу и не перечислишь. Фотограф-путешественник вот уже последние 13 лет знакомится с красотами мира. Работа Александра всегда на радость во многих известных изданиях. Я, например, путешествую по таким местам, которые не ступала нога человека, то есть стараюсь найти страны, которые мало посещаемые туристами. Поэтому часто очень был в некоторых странах бывал очень подолгу, там по полгода и более. Сейчас путешественник – автор интересного глобального проекта «Мир в лицах». Проект уникальный. В нем он фотографирует портреты людей малочисленных народов мира. В этом году я решил сделать уже чисто российскую часть проекта. Я еду уже 5-й месяц по территории Российской Федерации, Сибирь, Дальний Восток, и побывал у очень многих коренных народов. Если раньше Александр паковал только рюкзак, то теперь он путешествует на машине. В машине путешественника можно найти все необходимое. Тут и кровать, книги, еда, все необходимое для путешествия. В прошлом году, например, в Монголии я поехал в пустыню Гоби. Я был там один в течение 2 недель. То есть там на 100-200 километров не было ни одной живой души. Вот, достаточно экстремальные условия, но мне почему-то именно вот этот отрезок моего путешествия прошлогоднего запомнился больше всего. Жизнь фотографа удивительна. Даже побывав в нескольких горячих точках и попав в ряд сложных жизненных ситуаций, Александр все это рассказывает с улыбкой на лице. Куда бы я ни поехал, везде люди, в общем-то, они очень доброжелательны, гостеприимны. Мне кажется, что вот нет такого, что можно сказать, что вот это плохая страна или вот этот плохой народ. Этого, в принципе, не существует. Английская поговорка «Дом – это место, где можно положить шапку» про Александра. Говорить с фотографом можно часами. Каждый город, страна для него – приключение. Путешественник никогда и ничего не планирует. Говорит, все в его жизни происходит спонтанно. И отрадно, что свою родную Якутию путешественник вспоминает с теплотой на душе. Лена Ехимова, Юрий Филиппов, НК «СХ Якутск».